Сегодня жамбылцы, жителю Меркенского района, вынесен приговор за преступление, продолжавшегося в течение 5 лет в отношении 2 девочек. Теперь 43-летний Тулеев проведет в местах лишения свободы 17 лет. Мужчину задержали в сентябре прошлого года. Когда в первый раз он совершил преступление, близняшкам было всего по 3 года. Сам Тулеев является соседом и другом этой семьи. Мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера по отношению к девочкам, которые длились на протяжении 5 лет. Свидетельницей такого преступления случайно стала 10-летняя гостья. Она же и рассказала родителям пострадавших. Однако мать и отец девочек не обратились к полицейским, а лишь настояли на переезде Тулеева в другой аул. Сам преступник проигнорировал требования родителей. Теперь он проведет 17 лет в колонии строгого режима. Таково решение суда. Он не признал свою вину. Они даже не знали, что такое развратное вот насильственное действие. Они не знали об этом. Они же пока маленькие же, и психолог тоже так объяснил. Они пока не знают такие действия. 2006 года рождения, маленькая девочка. Она как раз в гости пришла летом 2016 года, в июне месяц, в июле месяц. В гости пришла на неделю. Вот она играла с детьми, с девочками. Тогда они рассказали, что вот у них такие развратные действия.